Ворот, фосфорная больница. Какой там дом сзади строит. Очень хороший. Строительство идет полным ходом. Хочу показать нашу фосфорную больницу. Какая она стала красивая. Мы раньше сюда относились, когда жили на Коктеме. Да, она была тогда не очень, конечно. Все старинное было, старое. А сейчас вот разрешили даже вот сейчас. Вот видите, там стоянка какая. Даже на машине заезжать. Раньше это было так строго в экстренных случаях. Такая большая. Вот здесь с левой стороны 18-й микрорайон. Здесь тоже роддом есть там сзади. Здесь, я так поняла, на скорых привозят сюда. Приемный на покой. Вот это, как обычно, где для скорых заезд. Вот мне маму мою на рощу возили, когда можно было здесь рядом. Тоже такая же больница. Так было неудобно. Далеко от дома. Частенько мы ходили сюда. Тоже постоянно вызывались участки, анализы сдавать, все проходить. Я смотрю, сейчас здесь нету. Раньше здесь вот сюда проход был, ступеньки были. А сейчас, видно, нет. Вот здесь оно где-то было это. Потому что прямо напротив поликлиники был сюда вход. Ступеньки были, помню. Это вот поликлиника сама. Ходили. Ну, конечно, что-то все поизменили немножко. Улучшили самое главное. Самое главное, что улучшили все. Спасибо им. Тут дальше, если по дороге с левой стороны, там женская консультация.